Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и мы продолжаем с вами проходить Tower Conquest. Так, что у нас здесь? У нас в маркете, как обычно, бесплатная карточка, и это робот починки у нас. Ну, больше, я думаю, брать мы ничего здесь не будем. Так, закончилась у нас, ребята, тренировочка. И давайте, наверное, и еще разочек поставим. Пускай они у нас тренируются, качаются, набираются сил. Так, и что-то мы можем здесь открыть с вами. О, ну наконец-то, наконец-то, ребята, у меня мой великан эволюционировал. Ох ты, какой он стал красавчик, зеленый, весь в бинтах. И что, больше ничего не будет, да? Ну ладно. Ну тогда, я думаю, ребята, мы с вами, наверное, будем драться. А драться мы будем с кем? Ага, с пришельцами. И на кону у нас два пришельца второй эволюции. Ну, думаю, сложного в этом ничего не будет. Сейчас мы в этом убедимся. Так, мана у нас накопилась. Пила у нас пошла в бой. Следом пойдет самурай, это естественно. Так, пошел родной, усач ты мой. Так, давайте еще одну пилу. Так, а что там у нас за ребята? Какие-то... Что он делает, я не пойму. Фотографирует нас, что ли, на память? Ну ладно, если он так хочет, пускай фотографирует. Правда, фотоспышка больно смертельная. На-ка, выкуси. Мана, куда полетела? А ну-ка, вернись. Вот так. Ну, как я, ребята, вам и говорил, первый уровень мы с вами пройдем без проблем. Ура, ура, ура. Ребята, мы получаем 20 уровень, 30 тысяч голды. Так, что ты тут мне? Какие еще приветствия, зомби и люди? Это недопустимо. Не будем. Так, отлично. Спасибо вам, ребята. Спасибо вам, друзья, за ваши подарки. Так, ну что ж, давайте глянем. Ну что же, я в ответочку им тоже отправил по подарочку. А теперь немножечко проапаемся давайте с вами. Так, лучник, рембот и, конечно же, мой великан. 27,5 тысяч у нас еще остается. Это довольно немало, но и немного, как хотелось бы. И у нас опять закончилась тренировка. А, нет, у нас открылась новая. Ёлки-палки, ребята, вы смотрите. А почему нельзя поставить? А вот этих? Ух ты, требует уже две энергии. Ну что же, ладно. И 7,5 часов они будут тренироваться. Не слабо. Ну, я думаю, оно того стоит. Забираем свои кристаллики. Так, надо глянуть, что у нас здесь во втором турнире ждет. Тут все по-старому, за исключением самого первого монстра. Какой-то он странный. Я такого еще ни разу не видел здесь. Ну, давайте глянем. Так, манна у меня копится. Давайте-ка выпустим пилу. О, о, вот он, ребята. Опа! Знаете, кого мне сейчас напомнил? Оборотня. У вурдалака, который здесь есть. Ну, не у меня, а у смерти, да. Насколько помню, это моб у Undead. А этот, смотрите-ка, он еще у нас с какими-то вилами лазерными. Ну, такой же ватный, в принципе. Куда? Вот сейчас убьет лукаря, да? Да, лучников он, конечно, крошит на ура. Но, тем не менее, мы базу ему разбили. И у нас третий турнир. Здесь у нас, ага, похититель добавляется. Ну, думаю, мы с ним сейчас легко справимся. Третий, да? Четвертый, пятый у нас там еще будет впереди. Но никаких, я думаю, загвоздочек проблем не будет. За исключением, наверное, пятого этапа. Там нам придется с вами попыхтеть. Там, наверное, как... Вот это-то-то-то-то. Смотрите-ка, ребята. Если он получает... Куда ты, гад, похитил моего самурая, а? На каком основании вообще? Вот мелкий. Ладно, все, базе его хана. Даже что-то я не успел, честно говоря, толком-то ничего понять. Ну что же, давайте глянем на аренку по-быренькому. Что у нас там и кто нас ожидает. Так, Патрик, значит, да? 18 уровня практически все мобы, кроме двух последних, но они не апнутые. Ну, в любом случае, я сейчас не хочу драться, мне нужна энергия, чтобы пройти основную свою вот эту локацию. Ну и вам будет интересно это увидеть. Ладушки, поехали. Два моба старых и воришка, значит, у нас, да, здесь. Так, давай, пила родная, покажи им мастер-класс. Едет, едет. Так, и значит сейчас следом выпускаем самурая. Конечно же, самурая нашего родного. Могучего самурая. Так, начинаем пилить.
Так, опять этот с фотоспышкой вышел. Юный фотограф. Давайте, наверное, еще самурайчик одного. А потом можно будет, в принципе, наверное... А ну-ка, выкуси-ка. О, как раз вдвое попали под обстрел. Так, ты тут слишком-то не прыгай у меня, давай. Пила на выход. А смотрите-ка, этот с фотоспышкой мало того, что он такой дальник, можно так сказать. Так, он еще довольно мощный. Да, надо будет на заметочку взять его. Отлично, выпускаем ураган. Он их оглушает всех, и мы потихоньку разбиваем его базу. Смотрите, действительно, какой крепкий, а. Самурай его бьет. Вот так, если только. Вот это уже другой разговор. Все, базу мы разбомбили. Причем в сухую. И переходим с вами в заключительную часть. Здесь у нас будет босс. И, кстати, вот этот моб, я тоже его не видел. 21 уровня. Какой-то клешнеруки, что ли. В общем, сейчас мы на него посмотрим. Я выполнил квест. Надо будет потом зайти, забрать свои заслуженные алмазики. Так, пила у меня пошла. Пошла, родная. Давай, самурайка, выходи. И следом следующая пила у меня рванет. Вот так вот будет оно самое то. На горизонте у нас появился воришка. Так, пилу он не стырил. Странно, и самурая не забрал. Как-то он похищает рандомно, если честно. Так, фаербол у меня накопился. Что тут вообще у меня происходит? Ага, фотоспышка вылезла. Гад, что творит, а? Похитил все-таки. На-ка тебе, в лобешник. Так, ураганчиком сносим ребят этих всех. А вот, кстати, и тот чудило. Что он там, интересно, делает? Я так понимаю, защитное биополе какое-то, да? Походу дела так оно и есть. Ладушки, значит, нам что-то надо срочно предпринять. Сейчас похитит самурай, да? Вот мелкий засранец. Ну что, великаша, давай, завали ихнего босса. Вся надежда только на тебя. Смотри, что происходит. На-ка, фаербол. Воу-воу-воу-воу, ребятушки, вы потише. Ну давай-давай-давай, добивай его, добивай. Вот это ты хорошо сейчас сделал. Что ты скрючился, бедный там? Так, добей этих еще. Ну а я тем временем пока подкоплю себе армию. Самурай пошел. Смотри, какие крепкие эти инопланетяне. Никак не ожидал. Монетка моя. Ну что, все, наверное, на этом ему конец. Мы уже возле базы и начинаем его бить. Фаербол не успел маленько. Ну что же, с победы нас довольно легко как-то и просто все прошло. Получаем сундучок, с него получаем реворд. Что там дадут нам? Ага, планету, жабу-молот и вот этого чувырлу, который ходит и стреляет в каком-то костюме. А из этого у нас не пройдено, ребятушки, вот на этой карте. И кто здесь у нас? Рога, фехтовальщик, мечник и копейщица. Но нам в любом случае надо пройти, чтобы получить, как вы помните, карточки. Давайте попробуем. Я, кстати, не могу понять, почему я здесь запоролся, по какой причине. Ничего особенного я там не вижу. Ну да, Рога, да, я не спорю, вот он выходит. Бежит, бежит, бежит в инвизи. И смотрите, какой он все-таки мощненький. Но самурай его укладывает на обе лопатки, причем без проблем. И даже мечники эти нам уже не помеха. Вызываем. Так, давайте-ка фаербол, наверное. Пум, прям в башню. Опа, как рога-то просочился. Елки-палки, я про него... Ну хорошо, пила все-таки сделала свое дело. Не зря я его апал, все отлично. Нравится мне, как он дерется, и нравится мне его на урон. И вообще все очень замечательно. Но, ребята, расслабляться нам не стоит. На горизонте появляется рога. И, как вы видите, он проходит и сносит моего лучника бедного. Но тут его встречает самурай пила, и у него нету выхода, как просто сдохнуть. Он сдох. Нате фаерболом вам. Все, рушим, рушим замок. Все, ребятушки. Это очередная наша сухая победа. И мы переходим на следующую карту. А где у нас следующая карта? Вот, и здесь у нас... И здесь у нас Япония. Ну, как вы помните, здесь определенные виды мобов, которые меня очень сильно напрягают. Забираем свои кристаллы. Смотрим, что у нас доступно с нашей армией. И я смотрю, у нас можно эволюционировать нашу лягушку с хаммером. Замечательно. Две звезды у нее. Так, отлично, прапали. И переходим к следующему. А следующий у нас здесь кто? Лягушка с оружием.
Вооруженная лягушка, хорошо. Честно говоря, я не очень долюбливаю, но посмотрим. Раздают, значит, не зря. И, наверное, нам пора. А, ребята, у меня там кончилась энергия. Нам придется с вами воевать уже вот этой армией. И не будем долго задерживать, отправляемся сразу в бой. Так, здесь у нас кто? Мечник, пикейщица, воблер и тигр. Ну, естественно, мы выпускаем... Ага, копейщица у нас. Что тут получается? Вы смотрите, что делает самурай-то, а? Ого-го, ничего себе. А что это он такой... Что это он такой сильный-то здесь? Это он положил у меня двух копейщиц, мечника. Не, ребят, так дело не пойдет. Ёлки-палки, по ходу дела мы здесь с вами проиграли. Конечно, не хочу загадывать наперед, но... Все идет именно к этому. Но я не могу этого позволить. Так, ну, бонуса мы уже не получаем, так как базу мою все-таки уже атаковали. Единственное, что остается, это не дать этому гаду мою базу разбить. Вот в чем вся проблема. Ну, естественно, для этого мне нужно держать очень сильную крепкую оборону, которой у меня фактически нету. Неподходящие у меня для этого юниты, как говорится, неподходящую я подобрал для этого армию. Ну, хотя бы так, хоть что-то. Так, давайте мы накопим на тигра, выпустим его и посмотрим, как он будет себя делать действие. Так, карточка, иди сюда ко мне, это мне нужна. Так, ну что, тигр, в принципе, вроде как справляется. Так, сердечко, атакуй-ка свою базу. Ну, он даже и тигра, в принципе, легко валит. Видели, да? Один удар отнял больше, чем пол жизни. Воблер, отлично сработал. Ну что, давайте, наверное... Ай, тигра хотела, а на тигре еще откат. Да, обидно, конечно. Ну, а что поделаешь? Да ровным счетом ничего. Только стоять и обороняться. И защищать свою крепость насмерть. Ну, неужели мы продвинулись? Да, это было только мимолетное видение. Я уж думал, что все. Да как бы не так. Он все высылает и высылает своих юнитов, своих самураев и этих цапель. Больше я пока никого не вижу. Это что у нас, первый этап? Раз всего два юнита он высылает. Ну, если так дальше пойдет, что ожидать в дальнейшем? Так, давайте базу активируем. Ага. Жалко, конечно, что откат у нас очень долгий у этого суперудара. А так было бы замечательно. Сами видели, притягивает и в то же время отнимает у них жизни. Так, цапля, да успокойся ты, ну в самом деле уже, а, достало. Вот, лежать. Так, самурай тут, ну так и будем, короче. И так, в итоге, я чувствую, мы проиграем почему-то. Не хочу, конечно, я на такой лад настраиваться. Ну давайте, ребятушки, ну тигр, ну прыгай давай там своей хваткой, оп. Цапля, сгинь. Нет, не сгинула, еще выжила. Ну давайте, все, немножко, есть, есть, ребята. Ух, одолели все-таки моего, даже не верится. Ага, это была только первая драка. Мы переходим ко второй. И тут у нас терраконовый каменный боец. Это очень плохо. Давайте, ребята, заменим что-нибудь в моей армии. Иначе мы так далеко просто не уйдем. И первым наперво я поменяю, конечно же, пикейщицу. Потому что, как вы видели, она себя здесь отвратительно, совсем отвратительно показала. И, наверное, мечника уберем. Он здесь тоже какой-то ватный. Только вот кого вместо него поставить? Может быть, похитителя? Будет воровать потихоньку самураев. А давайте поставим вот эту вот жабу с оружием. Мы ни разу им не пользовались. Заодно и глянем, что он из себя представляет. Хотя не очень мне внушает он доверие. Но, как говорится, выбираем из того, что у нас на данный момент есть. Ну что же, ребята, давайте отправляться в путь-дорожку. Ну и если честно сказать, то я не совсем уверен в силе своей армии, потому что какая-то у нас получилась гибридная солянка. Но тем не менее, выбора у нас нету и будем драться. Можно было бы вызвать этого лягушонка, но я хочу вызвать Хаммера. Так, Хаммер пошел, давай-ка глянем, что ты из себя представляешь. Ну хорошо, ты цаплю держишь, а самурай тебя разбирает, как и прежде, но он сдох. А это очень... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вышел этот каменный голем. Ядрить его на корень, а. Зачем я вот сейчас это сделал, ума не приложу. А смотрите, а на терракона вообще это не распространяется.
Ну, убейте вы этого самурая, отлично. Так, а тараконовый боец, у него прапаны или нет? Я вот что-то как-то не обратил внимания. Смотрите, как он довольно-таки сильный, малый. Но, тем не менее, разобрали мы его. Магия, лети ко мне. Вот так вот. Так, ну что, тигр свое отвоевался. Упал под натиском японской армии. Присасываем. Опа, разобрали. Отлично, давайте, ребятушки. База уже у вас под боком. Расстреливайте ее изо всех видов орудий. Цапля нам не помеха. Магию забираем. Так, тигра надо срочно. Есть, ребята, есть. Победили мы. Вот так вот, что я вам скажу. Совсем уже брякнулся. Да, видимо, сказываются недосып и нынешние праздники. Ну да ладно, проехали. Что же, приступаем к следующему бою. И на этот раз, я думаю, не должно быть особых проблем. Хотя я ничего не менял, а у него, по-моему, что-то прибавилось. Я тут на радостях все пропустил. Давай-ка, жаба, устрой-ка этому самураю карнавальную ночь. Вот так вот. Нет, все-таки жаба у меня слабее. Да, не ожидал. Я думал, все-таки завалит, но не получилось. Ладно. Давайте, что вы как улитки-то ползете, а? Ну, давай, жабаненок. С хаммером, вот, это другой разговор. Так, он начинает призывать уже тигров. Причем тигр прапанный. Это довольно мощная единица. И я чувствую, здесь уже пахнет керосином. Если чем-нибудь не похуже. Цапля, ну иди отсюда, ну не... Как так? Как так? Он с удара, самурай с удара снес мою жабоньку. Не, ну так вообще никуда не катит, не катит, я бы сказал даже. Все, я в трансе. При всем при этом он вызывает тигра, еще одного самурая, цапля на подходе. У меня, слава богу, суперудар есть. Ага, ну хоть как-то вроде выровнялись. Но на самом деле это всего лишь иллюзия обмана, потому что воблеры будут сейчас падать просто... А нет, смотрите-ка, выстояли. Но тогда мы будем падать от этого тигра. Нет, смотрите-ка, мы держимся. Держимся мы, держались, по крайней мере. Так, ну что, в принципе, вот эта вот задняя защита, тоже скажу я, а? Вы поняли, короче, вот эти пушечники вроде бы неплохо прикрывают тылы, но все равно тигр очень мощный, вы посмотрите, что надо сделать, чтобы его убить. Хаммер даже упал, ладно. Ну все, вроде бы нормально, давайте, ребятушки, подходите к его базе и не давайте никому оттуда вылезти, даже носа подточить. Ну я же вас попросил даже носа подточить, а самурай уже достал свой меч. Так, тигр, иди отсюда, отдохни, расслабься, умри в конце концов. Ну что же такое, ребята, наконец-то мы с вами прошли. Но, к сожалению, на этом придется закругляться, так как у меня больше нет энергии. Ну что, ребята, спасибо всем за просмотр, и мы с вами увидимся в следующей серии. Всем до скорого, всем пока, ребята, удачи.